Так, вот мы и приехали. Чё там? А, всё, вовнутрь там не войти, да? Никак. Так, птица. Синяя трава. О, отлично. Одну возьмем, наверное, так как она только одна и влезет. Так, отвали. Закрыто с другой стороны. Так, вот мы и внутри. Похоже, он давно не использовался. Сейв-рум надо повыкладывать. Все. Так, аптечку выкладываем, выкладываем. Это тоже выкладываем. Ружье тоже. Здесь один патрон. Тоже выложим. Так, смешать. У нас есть красная трава. Отлично. Так. Все, наверное, больше ничего не надо нам. Что у нас здесь? Алтарь. Взять предмет ключ часовни. Этот ключ с изображением части часов. Его винтовой орнамент можно заставить в предмет круглой формы. Так, не то. Ну и что это было? Снова Немезис. Так. Опа. О-о-о, сколько вас? Так, 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 так. Еще такие все резкие, резкие. Ладно. Давайте, подходите. Так, давайте пойдем дальше. Вы использовали вьющийся ключ. Карлос, не может быть. Ты жив? Я не знаю, как мы будем выбираться из этого города. О чем ты говоришь? Мы уже сделали это. Ты не понимаешь? Они не намерены отпускать нас живыми. Неужели ты думаешь, что мы можем доверять этому великому плану эвакуации? Да это всего лишь лист бумаги.
У нас сейчас нет другого выбора, кроме как довериться им. Нет. Если мы собираемся умереть, мы можем выбрать, когда это случится. А! Так вот в чем дело, а? Ты сдаешься? Нет. Я просто не могу с этим справиться. Такой удар с левой. Похоже, у Джилла тяжелая рука. Так, что мы здесь имеем? В камине ничего нет. А, ну и все, одна дверь, что ли, только. Взять предмет миномет. Вот это нам пригодится. Он что-то держит в руках. Инструкция. Приказ команде Эхо. Очистите центр города от зараженных и эвакуируйте оставшиеся жителей в башню с часами. В первую очередь окажите помощь сотрудникам дочерних компаний корпорации Umbrella. Не теряйте бдительность, зараженные очень живучи. И нападают без промедления. Порядок эвакуации. Первое. Как только задание будет выполнено или станет невыполнимым, немедленно начинайте эвакуацию. Второе. В пригороде у нас есть вертолет. Он приземлится во дворе перед башней с часами. Третье. Когда вы будете готовы к эвакуации, подайте сигнал вертолету, ударив в колокол на башне с часами. Прототип, созданный Umbrella. Armament Depth использует особые пули с сенсором. Че, сбегать его выложить? Или... Ладно, пускай. Пускай будет. Так, что-то здесь у нас лежит. Карта башни. И аптечка. Это старая музыкальная шкатулка. Похоже, она неисправна. Трупа-то больше нет, ничего. Труп наемника, он погиб в бою. Похоже, ничего нет. Вы открыли замок. Так, это, я полагаю, выход на улицу. Туда не надо пока. Это старая музыкальная шкатулка. Итак, две шкатулки мы имеем. На второй этаж пока не пойдем. Здесь посмотрим. Так, какие-то паучки тут бегают, ползают мелкие. Открытка с картинкой. Открытка, на которой изображены старинные часы. Напечатан следующий текст. Отдай свою душу богине, сложи свои руки и... Чё там? Помолись ей. Так, лента не нужна. Да чтоб вас, а? Засранцы. Закрыто. Под замочной скважиной выгравирован бог времени. Что началось?
Снова поиски ключей. Так, взять гранаты. Так, еще один сейф-рум. Ну, давайте тогда выложим. Так. А, можно, наверное, скомбинировать. Так. Так, отлично. Что у нас из аптечек только трава? Давайте возьмем ее. Так, больше здесь ничего нету, похоже. Взять предмет ключ от башни. Так, порох тут есть. Две такие получается. Так, ну давайте используем аптечку. Угу, это не смешивается. Так, объединить. Объединить. Отлично. Ну все здесь. Пойти. В принципе, можно убежать, не трогая их. Так что выложим, да, я думаю. А, можно сделать. У нас же есть еще С. Можно сделать патроны для магнума. Все здорово. Ну что, на второй этаж? Так, здесь у нас пауки. Ну, ладно, нет, нет, не будем, не будем с вами. Не люблю я вас. Их когда убиваешь, появляются еще маленькие. Пол влажный. Арматура для освещения циферблата часов. Понятно. Вернуть включатель. Отлично, освещение тут. Так, красная трава. Красную траву тоже брать не будем пока.
Там есть замочная скважина. Использовать ключ от башни. Вам больше не нужен этот ключ. Выбросить его. Давайте поднимемся на башню, посмотрим, что там. Так, еще патроны. О, патроны, порох. Отлично. Взять предмет серебряная шестеренка. Серебряная шестеренка. Богато украшенная безделушка. Ничего не происходит. Ну, давайте пока выложим. Кстати, можно сделать. Или пока есть патроны, да? Давайте просто выложим. Тоже эти. Порох. Не поднимается. Музыкальная шкатулка с искусственным орнаментом. А, с искусственным. На кнопках буквы от А до F. Понажимаем кнопки. Так, двигайте вверх или вниз. Ну, вот это больше похоже на правду. Так, дальше. Вот это больше подходит. Давайте дальше. Угу, дальше. Дальше. Наверное, так. Ой. Чё, я вышел вообще, что ли? Чё, она каждый раз будет... А. А, вот, играть. Цепь Хроноса.
цепь для поклонения богу времени. Около орнамента видно небольшое отверстие. Объединяем. Ключ в стиле бога времени. Здорово. Теперь идем там, где нам требовался этот ключ. Опачки. Так, использовать свет, использовать шнур. Давайте используем свет. Здесь все рассыпается от старости. Так. Немезис все-таки приехал за нами. Или пришел. Так, здесь пауков больше нету, я смотрю. Ну, здорово. Давайте посмотрим, может, что пропустили. Хотя вроде ничего. Так, выкидываем ключ. Снова пауки. Гранаты.